Итак, ребят, всем привет. Сегодня мы отправляемся именно небольшой своей семьей. Так, объектив что-то замазанный, да? Сейчас, ребята, секунду. Все в процессе, ребят. Все в прямом эфире. В общем, находимся в таком лесочке. Приехали втроем. Я, супруга и, конечно же, наш член семьи Кинг. Кинг, здорово. В общем, приехали за грибочками. Грибочки есть, но поганочки. Вот, и воспользуясь случаем, хочу походить по старине, где мы вчера с пацанами были. Нашли 5 наконечников, 3 ножа. В общем, сегодня сюда же пришли и посмотрим, что в роли оператора хочу приобщить свою супругу. Вон она, Татьяна, любите и жалуйте. Танюша, привет, привет. Кинг, привет, привет. О, тоже поприветствовался. В общем, пойдем поищем пару часиков по этому лесу красивому, ребят, красивому. Сегодня прохлада, но влажность повышенная. Прям жарко. Мы вчера ночью копали до 11 часов. Глаза были кое-где, светились. Ну и мурашки по спине. Мы срулили, с фонарями ходили. Ну, видео вы уже видели. Сегодня благодать. Так что пожелайте удачи, находки обязательно будут. Посмотрите, как тут красиво. Какая красота. Кинг гуляет. Палочки. В общем, всякую фигню таскает. Я, ребят, первый раз выехала с супругом. Обычно я на такие гулянки не соглашаюсь. В этот раз решила съездить. Думаю, что еще разочек я с ним отправлюсь. Интересно, красиво. Все очень красиво. Итак, ребят, от машины мы сделали кружочек, наверное, метров 100-150. Грибов нету, к сожалению. Какая-то что-то. Около машины были какой-то очаг, там были кое-какие железяки кованые. Но нас это не интересует. Нас интересует именно вооружение, именно наконечники, топоры, возможно, может быть, мечи. В общем, вот здесь, вот в этой ямке, ребята, у меня наконец-то прозвучал сигнал железный, который я стал копать. И вот смотрите, это у нас наконечник стрелы. Наконечник стрелы, ребята. И это у нас... Так, это не я его сразу хочу сказать, это старое. Вот. И это у нас период Золотой Орды монголы. Вообще зачетный. Сохранчик хороший. Вот, так что классно. Первая находка есть. Я сразу сходил в машину. Вам покажу машину. Машина прям находится рядышком. Вот. И около машины такой вот зачетный сигнал. Приятно, любо-дорого посмотреть, ребята. Хоть и кривой, но ничего страшного. Зачетно. Это не я его. Вперед, дальше ищем. Наконечник, наконечник. В 13 веке у всех восточных народов лук и стрелы были важнейшим дальнобойным оружием. Лук и стрелы использовались конными кочевниками Сибири и Восточной Европы. Наш наконечник – монгольский, это мы определили по его форме. Имеется большое количество разновидностей наконечников. В основном преобладают так называемые срезни разной формы и размера. Они применялись не для пробития брони, а предназначались для нанесения глубоких ранений, приводящих к серьезным кровопотерям у воина или его лошади. Встречаются и долотовидные наконечники. Они идеально подходили для раскалывания и результативного пробития деревянных щитов и пробивания шлемов воина. Бронебойные наконечники говорят сами за себя, для пробития кольчуги, пластинчатых доспехов. В итоге этот тип наконечников вытеснил практически полностью наконечники срезни.
Надеюсь, информация была полезной. Ну а мы продолжаем и возвращаемся на коп. Вот я их догнала. Иду уже за ними. Кингуша! Лес, наверное, старый. Ой-ой-ой. Кинг у него как верный друг. Даже когда я, он все равно идет хозяин. Со мной он только тогда, когда нет хозяина. Вот она и собака. Друг человека. Очень хороший пес. Я, конечно, сначала была против, а теперь я его полюбила. Теперь он как ребенок мой. Смотрите, какая красота. Все зеленое. Очень красиво. А воздух просто обалдеть. С городом не сравнишься даже с нашим местом, где мы живем. Тоже не сравнимся. Ким, как обычно, палочки таскает. Сегодня хоть палочки. Ребят, я первый раз снимаю. Разговариваю тоже первый раз. Такую красоту снять надо. Так, какой-то у нас там сигнал был. И пропал. Смотрите, а сейчас вышло солнышко. И совсем другой вид. Все заброшено. Вот оно, красотка. Красиво. Там было темно, здесь светло. Вот мы решили пообедать. Я, конечно, в таких условиях первый раз обедать буду. Заварим доширак. У мужа откуда-то чайничек есть, оказывается. Надо, наверное, почаще ездить с ним. Что-нибудь еще новенькое узнаем. Сейчас закипит водичка. Мы поедим доширак. Кингуша! Кинг тоже ждет доширак. Очень он уж. Хотя он его, наверное, не ел ни раз. Как бы костер большой. Находок пока нету. Находок нету. Чуть не заблудились. Помаши ручкой. Ага, мы чуть не заблудились. Да, мы чуть не заблудились. Муж повел меня в одно место, я сомневалась, но шла. Я почему-то думала, что машина в той стороне, где я думала. Ну, в общем, мы нашли машину. Сейчас мы будем обедать дошираком. У нас уж больно Глеб любит его. А потом поедем в магазин. За покупками. Кингуш, наверное, греется все-таки там. Ага, все, нагрелся. Че, Кингуха, жарко? Может, уже закипел чайник? О, на ночь.
чайник закипит, вернее, засвистит, когда будет кипеть. Но с домом такого чайника нет. Из меня оператор, конечно, никакущий. Надо было Глеба брать с собой. Он любит. Нет, он любит такие. Итак, ребят, пожалуй, на сегодня наше приключение заканчивается. Отыскали один наконечник, но я и этому действительно рад, потому что не часто выезжаю по старине, вот, тем более сегодня такая дата, тем, что в первый раз со мной супруга согласилась ехать. И знаете почему? Потому что сейчас отправляемся на шопинг. Без этого она бы не поехала. В общем, дошек покушали, сейчас костер догорает, Кинг уже прячется от меня. В общем, ребят, маленькое видео будет. За основу возьму материал, который супруга у меня отсняла. Надеюсь, она что-нибудь там хорошенькое сказала, наснимала интересненькое. Так что за основу возьмем ее съемку. Ну, приобщаю, ребят, к режиссерству. Оператором буду заниматься. Вот, так что, как тебе мероприятие? Отлично, неожиданно. Отдохнула, да. Конечно, от души. Никуда не бежала. Гуляла, дышала свежим воздухом. Чуть не потерялись. Да. Как тебе вкусный доширак? На природе все вкусно. На природе все. Даже Кинг у нас сухой корм поел. Да-да. Обычно я его балую, рогушки ему покупаю. Сам доширак кушаю, а я рагу. Так что, ребят, вот такой вот видеосюжет у меня получился. Берите своих детей, жен. Может, им тоже понравится. Вот, так что мероприятие мне понравилось тоже. Никто не скулил, никто не ныл, что комары, что жарко, т.д. и т.п. Получилось классно. Так что все. Понравился сюжет, ставим пальчик кверху. Будем чаще выезжать с детьми, с женой. Вот, так что все. Всем пока, до новых встреч на Копе.